Кликай на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. В этом мире есть два типа людей. Те, кто дарят, и те, кто получают. Я получаю, окей? Мне нравится получать. Каждый год мы проводим тайного Санту, окей? И там мы дарим и получаем, все нравится, окей? Я никогда там ничего не получала. Окей, вот в прошлом году забыли купить мне подарок. Я забыла про твой подарок. Еще на год раньше. Подарок сломался. Я купила тебе подарок, но он сломался. А еще раньше год был вообще особенный, потому что мой парень кинул меня прямо перед вечеринкой, и я ничего не получила. Между нами все кончено. И знаешь что? Я хотел тебе подарить подарок, но ты его теперь не получишь. И в этом году я думала, все будет идеально. Я думала, что наконец получу свой подарок. Давайте я вам всех для начала представлю. О, Лили, заходи, мы уже начинаем. Это Валли, она хозяйка. Это Тонио из местной качалки. Эй, Тонио. Мне сейчас некогда давать автографы. Не, он уверен, что весь мир крутится вокруг него. Привет, ребят. Дамы и господа, это самая раздражающая парочка года. И они прямо очень любят друг друга. Не говорят так друг с другом. С наступающим. Ой, я так рад видеть тебя, спасибо. Это Спенс. Это мое любимое время года. И он эмоциональный, прям через край. Тебя тоже с наступающим. Привет, с наступающим. Это мой любимчик, Денис. Она богата. Я его купила специально к сегодня, она мне в сотку обошлась. Она купит тебя и твой дом в придачу. Ну и последний, с наступающим, странный чувак. Мы все поздоровались, с наступающим, все дела. Мы сели, и начался Тайный Санта. Окей, ребята, рада, что вы пришли. Надеюсь, вы все готовы. Итак, я Тайный Санта для... Простите, для Денис. О, божечки. Это же ограниченная серия, да? Да, конечно. Только для меня? Только для тебя. О, божечки, спасибо. Окей, я Тайный Санта. Вот бы для меня. Я для... Для Жака. Его же зовут Тонио. Да. Может, меня не Тонио звать? У меня есть для тебя новенький Рейндж Ровер. Чё? Чё? Да ничего такого. Вау. Мой папа же... А! Нет. За что? Я, короче, в этом году Тайный Санта я для... Себастьяна. Себастьян. Иди сюда. Вот так. Я еще никому ничего подобного не делал. Окей. Ладно. Ладно. Это тебе. Джорданс. Джордансы. Я подписал их. Это моя первая пара Джордансов. Взгляните на его лицо. Взгляните на его лицо. Вы его как видели таким? О, блин, это было клево. Когда он шел? Это для кого? Мне нравится! Спасибо. Я даже не знаю, что сказать. Рыбки? Ты посмотри. Такие милые. Они прям как мы с тобой. Да. Люблю тебя. Мне рыбок мама дарила. Короче, давайте дальше. Давай. Ладно, окей. Для начала я хотел поблагодарить вас всех, ребят. Кому подарок? Конечно же, для Вали. Конечно, для кого же еще? Я хотел подарить тебе кое-что полезное, достойное твоих рук. Известного бренда. И чтобы тебя берегло. Ты мне подарил салфетки? Двойные. То есть ты подарил мне двойные салфетки? Знаешь, они так хорошо впитывают, если ты соберешься поплакать. А чё твой брат? Где он? Он заболел. Естественно. Прости, что? Не извиняйся за него. И мне он достался. Так, теперь мы. Давай, пошли. Хорошо. Итак, вы сможете. Окей, ребята, итак, у меня подарок для Лондон. А так бы не было подарка для Лондон. Знаешь, я так нервничаю. Это кольцо. Не может быть. О, мой бог. Сделаешь мне подарок? Да. Да. Где подарок мне? Мой брат его сделал, но он заболел. Ладно, он заболел. Прости. Ну и... Мне подарок не было.
же мне так страшно? О боже, она схватила меня! Ну, типа, я 3 года подарок не получала. Да. Не, в итоге немного психанула. 5 лет, да, ну, или, наверное, типа того, да. Мисс Лили, пойдемте, вы свободны. Че? Тот нес залог. Кто? Давайте, пойдемте. Кто внес залог? Эй, ты! Как насчет работать на меня? А перевел и озвучил виски. Ага.